Здравствуйте, мои дорогие друзья и самые лучшие на свете зрители. Когда я готовила сервировку стола для Нового года в золоте, более подробно, как я это делала, вы увидите попозже, я столкнулась с проблемой. Одной из главных изюминок моей сервировки должны были стать чудеснейшие антикварные чайная пара и тройка из тончайшего фарфора. Но, к сожалению, для них у меня не было заварочного чайника. А вот подобрать заварочный чайник для них как раз и оказалось проблемой. Ну, во-первых, потому что они не из одного сервиза, и поэтому они очень отличаются друг от друга и по оформлению, и по стилю, и даже по цвету фарфора. Например, у чайной пары и от Шумана Бавария белоснежный фарфор, как вы видите, а вот уже тройка из той же Баварии уже более молочного цвета. Тончайшее золотое кружево украшает эту тройку. В золотых медальонах прелестные букетики из цветов. Ну и, конечно, розы. А по краям блюдечка и тарелочки проходит рельефный узор, придающий им особый шарм. Здесь так же, как и в двойке, очень много золота. Но он уже в виде растительного орнамента и с изысканными рисунками цветов, веток и листьев, переплетающихся между собой, и придающий еще больше изящества этой тройке. Но у меня есть еще тройка из Баварии, но это она уже создана в стиле арт-нуво. И если уж покупать чайник, то хотелось бы, чтобы он подходил и к этой тройке тоже. Ну а как вы считаете, это возможно? Может быть, я строю иллюзии, иллюзорные планы, может быть, этого совершенно невозможно. Ну, во всяком случае, я попробовала. Я искала чайник на Авито, но ничего там не нашла. И тогда я решила поехать на свой любимый блошиный рынок ретро, где, мне всегда казалось, можно найти все. Ну, или почти все. Я нахожусь на Курской. Здравствуйте, мои дорогие друзья! И сейчас я поеду на блошиный рынок ретро. Курский вокзал. Метро Курская. Сегодня снег шел всю ночь. Все заметал. Еле-еле тропки протоптали. Ну вот впереди этот блошиный рынок. И вот я уже на рынке в отделе фиксированных цен, и сегодня здесь скидки. Замечательный рисунок такой, часто встречающийся. Но Зигма особая любовь. Но сегодня все они по 100. Да, целый сервиз можно набрать. Тоже сервис такой можно набрать. Или по 100 рублей сегодня блюдо это. Да, говорят, даже и по 50, то, что было по 100. Нет, ну вот здесь по 200. Да, в 2 раза немножко. О, у меня пакеты до фигурки. А, да, вообще физические. Так, ну ладно, сейчас я туда съезжу, там какие-то нужны. Сегодня все по 100, по 200 рублей. Все тоже по 200 рублей. На город Хобби, да? Чайная пара Вербилка. Сегодня по 100 рублей чайная пара. А отдельно чашечки можно купить по 50. Это все можно купить
по 50. Очень стали высокие. Уже. Уже. Поэтому и чайники стоят. Посмотрите. Выстроились все. Так. А вот это вот чайник. Это чей у нас? Кунгур. ЗХХ. И немецких много. В ряд пара чайников. Вот какие хотите. Чайники, кофейники. На любой вкус. Да. Вот эта вот пара какая прелестная. Кава. Фарфор. Тяжеленький, тяжеленький. Все думаю для своих взять. Вот этот вот. Польша, может быть, этот купить. Выбор большой, а для себя я выбрать никак не могу, для своих пар. Ой. Да, хрусталя очень много, очень. И кувшинчики, и хрусталь. Боже мой, каких только вас здесь нету. Потрясающе. Ну, посмотрите, какая дама. Знаю. Очень рада вас видеть. Наконец-то мы встретились. Я к вам приехала с подарками. И что же вы здесь уже по себе присмотрели? Может быть, вот такой взять под икру? Да, кстати. И с розами. И с розами. И золотая отводка. Да. И закрывается. Да. Это что-то, я даже не знаю, что сахарница, наверное. Нет, а что, очень а хорошенькая. Она стоит-то? Не вижу. 500? 800, по-моему. Точно не могу сказать. Ой. Сейчас достану третий глаз. А вот смотрите. Это совсем нашего детства. Старые-старые. Mm-hmm. А помните, еще да, был такой набор Чиполлино? У вас ничего не было Чиполлино? А он сейчас так дорого стоит. Так, а вот здесь вот нету никаких чайников, Маш? Прошла, нету. Нет. Я уже там была. А вот этот вот, слишком вычурный, вот этот стоит. Какой? Вот этот вот слишком вычурный с розами. Да? Может быть, сейчас. А это ваша? Поближе, может быть, покажет. Покажите мне этот чайник. Вот этот? Да. Ой, ну это очень дорого. 1500. Не знаю. Буду думать. Ну что-то прям не знаю. А вот такие же. Смотрите, почти как вы взяли. А сколько ваш стоит рюмочки?
стаканчики. Вот эти вот с ободочком золотым. Эти? Да. Эти набор 3000. А, это, ну это набором, понятно. А то смотрите к вашим, с такие стаканчики бы. Ну ладно, к рюмочкам. Нет, у меня уже я купила, хватит мне. Да? Угу. Все, круг сделайте, где-нибудь он сидит. И сколько такой стоит? Полторы. Полторы. Есть вот такое, смотри. А вот такая вам не нравится? Молочник с золотом. Молочник нравится. Вот бы такой чайник. Да, да. Но такого чайника нету, да? Да. Вот я сейчас пришла за чайником под свои пары нежные. Но что-то вот никак не могу. Хотя столько... А вот посмотрите, какое блюдечко тоже. Смотрите, какие розетки. А розетки вообще очень нужны. А спросите... Ах, она одна. Нет, а может быть там ниже... Нет, нет. Нет, она одна. Угу. И сколько она? 300 рублей. Слушайте, возьмите. Такая красота. Да еще с золотом. О, берите. Где-то я видела чашку. А, там потертый этот был. Вот смотри, сирень. У меня вот скорее даже... А обновитнейший вот этот сколько стоит? Это 700. Ну, красивая. Угу. А эти вот чайные трио? Это Бавария, да? А? Да, это Бавария. У меня даже более тонкое вот это золото на тех. Вот чайник у них. Сейчас хрусталь опять моден, кстати. И все опять хрусталь. Ложечки. Ну, ложечки я сейчас купила себе. Все там и ложечки, и вилочки, наборчик. Это новодел. Ну, слушай, не новодел, но да. На, ну, ой, замечательно. Да, до середины, да, на Новый есть. Год. Да. Я люблю, когда находятся предметы из такого же, что у вас есть. Посмотрите, какая прелесть на ножке. Эти все розочки, а это розочку на что? 70-е немцы. Винтерлинг. Угу. 80-е это ГДР, да? 70-е Лихта. Угу. Вот чашка. Ну красивая, очень красивая. Кубочка. Вот я тоже думала, что если на крайнем случае я у вас чайник найду, но пока что-то не вижу. Что хотели? Для специй. Для специй. Нет. О, и пробки у меня у вас. Есть типа горчичница или все. Она Мальцев дорогая там. А вот за 803 штуки отдадите? А? За 803 отдадите? Нет, нет, никак не дам. Я по 350. Вот у вас по 350 и 300. Я их отдавал сын за копейки. Да. Ложечки, да? Ну, прям была уверена, что здесь я найду. Послушай, а вот, Галь, как вы считаете, а вот этот вот чайник, он красивый, конечно, он без сетки, без всего. Да, он не подойдет. Да. Если был бы вот просто белый... Ну, почему так? Прям жалко, жалко, жалко. Вот я сегодня, вот вчера раскопала вот такие две тарелки. А, вот а здесь нету? Я, наверное, вот эту возьму. Мне нужно будет подсервировать. Да берите, это очень важно, а не потом где-то что-то вы будете действительно собирать. Да, да, это берите. Ну, чисто символически скинула. Давайте я заверну. А, давайте. Нет, мне очень нравится. Нет, под ваш вот сервиз. Нет, нет. А, это нет. Сейчас сделали я. Вы уже это... И здесь нету чайников. Но столько... Столько тоже красоты.
А мне вот такая вот, ну теперь уже нет, я уже взяла, может быть, блюдечко. А рубин, это не ваш там тройка? Что? За стеклом рубин, тройка за стеклом, это не ваша вот это? Нет, не моя. Нет. Моя вот та витрина и вот за девочкой. Спасибо, женщина. Сегодня по 400. Очень нежная сахарница. Интересно, чья она, потому что это муж Словакии. Понятно. Чайничек. Тоже очень приятненький. Мне кажется, это ручная работа, роспись. Люстровое покрытие. Дулево. Сахарница 1300. Сирень. Интересно, что чайные пары от этого сервиза будут стоить уже 2-3 тысячи. Вот почему-то чайный пар стоит дороже. Вот. Ну, я с вами прощаюсь, мои дорогие друзья. Смотрите продолжение. Всего вам самого хорошего. До встречи!